Всем доброго времени. Сегодня попытаюсь закрыть вопрос, который сам же и поставил, и на который, насколько я понял, раньше и ответил. В общем, в голове каша, забыл про гибридное воспламенение. Это вот было у нас там пару видео. Вот, дескать, австрийцы какое гибридное воспламенение придумали. Капсуль Бердана с одним отверстием. Видите, вот снутри гильза. В ней одно отверстие, при этом снаряжается она вот типичным колпачком, то есть капсулем системы Бердана. То есть в чем ее как бы плюсы, на мой взгляд, то, что можно переснаряжать удобно, пользуясь одним отверстием, стреляный капсуль выбить легче. А с другой стороны, сохраняется дешевизна самого капсуля. То есть дешевле, чем колпачок, ну, пока я, насколько знаю, ничего не придумали. Вот, это один момент. И второй момент. Вопрос я задал следующий, что вот, дескать, здесь, видите, такой пропил. Сейчас мы на него наведемся. Да, вот. Я сейчас повращаю. Вот он, этот пропил. В наковальне. И сам же спросил, не понял, зачем он нужен. На самом деле, вот как бы дошло, для чего он нужен, а точнее вспомнил, что до этого мне это уже доходило в голову. Вот в это отверстие, если здесь будет только одно отверстие, огонь может не поступить в достаточном количестве. То есть он поступит только от локально та одна искорка, которая будет прямо напротив него. Остальной весь состав капсуля, который располагается... заливается все дно, грубо говоря, да, по всей площади, оно сгорит вот здесь, вокруг. Почему? Потому что сам капсульный колпачок, когда по нему будет бить ударник, вот в этом направлении, он с собой же и запечатает отверстие. А так как есть пропилы, огонь пройдет в стороны вот сюда. От колпачка к бронтрубке, к отверстию. То есть будет выход газов сюда, куда надо. Вот. Так что вот, как бы, собственно говоря, ответ на загадку, которую сам же загадал. И сам же вспомнил, что ее уже и отгадал. Ну, такое бывает. Ну, а на этом все. Всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности.